Вот я опять тут решил на High Definition Camera снять эпизодик вот это вот Елизавета вторая. Королева. Елизавета вторая написано. Вот. Интересно такое место тем, что мы сейчас вот подойдем вот к этой знаменитой фигуре. Вот, кто был в Калгари, знает, что такая есть фигура в Калгари возле Олимпик Плаза. Там женщины собрались, пьют чай и обсуждают права человека. Ну, в смысле, они права женщин обсуждали. Потому что у человека, было мнение такое, что у человека слишком много прав, а у женщин не хватает. Ну, извините меня, я все утрирую как-то саркастически. Вы не думаете, что я так считаю. Несмотря на то, что я реднек, домостроец, я очень демократичен. Спросите у Виктории. И вот эта вот скульптурная фигура, вот та же самая в Калгари, в Олимпик Плаза, вы можете вот ее увидеть. И вот на одной из канадских купюр вот эти вот дамы тоже так же изображены, потому что это они совершенно конкретно эпизод как бы тут вот олицетворен. Вот смотрите, вот написано Women are persons. То есть вот, что они тоже личности. Женщины вот, с гордо поднятой головой смотрят на парламент и вот угрожает им. Вот, напоминает, вернее, что вот, женщины тоже личности. Я согласен с этим. Вот, и вот это вот интересно, что вот копия вот этой фигуры точно. Вот она вот есть, вот этой скульптурной группы, я имею в виду. Она вот в Калгари есть. Не знаю, может они из Калгари. С такой реднековской провинции, может они пошли. Эмансипированные такие насадницы, ковбойские женщины. Cowgirls, может быть, стали вот это. Процесс эмансипации. Вот, ну вот. Вот такая вот симпатичная. Средних лет дама сидит и, наверное, с вниманием слушает, что вот это вот провозглашает. А это тут живые скульптуры, они как бы, они постоянно тут, они работают. Вот и они, короче, они подыгрывают им, они разыгрывают сценки. Вот. Если попросить, то они что-нибудь сыграют в каком-нибудь эпизод. Вот. И вот, вот посмотрим мир глазами этой дамы. Вот видите, там все видно. Вот. Все как бы и так, и не так. Вот. И все правильно, так оно и есть. Потому что каждый человек имеет право на свое мнение. Вот. И женщина тоже имеет право на свое мнение. И вообще, я считаю, я стараюсь быть таким, типа, черным юмором, саркастическим. Может кто-то обидится, но на самом деле ничего обидного я не говорю. Это все как бы дела прошлого, и все это надо помнить просто. И как бы не повторять ошибок прошлого. Вот мы обошли здание парламента кругом. Мой айфон до сих пор все как бы просто подавился просто в том объеме информации. А пожарная машина, что-то она туда ломанулась. Наверное, курок не потушили там кто-то из правительственных работников. И сработала сигнализация. Вот, сейчас такой вот эпизод. Пока.